В районе Самар масштабно отметили День Республики. Для жителей района был организован праздничный концерт, а также торжественная церемония награждения заслуженных сотрудников разных отраслей, которые внесли большой вклад в развитие своего района. 25 октября – важная дата для Казахстана, символизирующая начало новой эпохи в истории нашей страны и провозглашение суверенитета. Этот день стал поворотным моментом, когда была принята Декларация о независимости, открывшая новые горизонты для развития и процветания Казахстана. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете. Это стало важным шагом на пути к созданию сильного независимого государства с устойчивой экономикой. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, День Республики действительно является национальным праздником, отражающим события, имеющие особое историческое значение и оказавшие существенное влияние на развитие нашего государства. Желаю всем счастья, благополучия и крепкого здоровья. В этот день были награждены заслуженные сотрудники района, которые своим трудом и преданностью вносят значительный вклад в развитие Родины. Несмотря на разнообразие отраслей, в которых они работают, всех их объединяет одна общая цель – быть полезными обществу. Иркен Буленбаев возглавляет крестьянское хозяйство и обеспечивает работой односельчан. Вот уже более 30 лет он вносит особый вклад в развитие агропромышленного комплекса района Самар. Я работаю в сфере сельского хозяйства вот уже 34 года. В 1996 году открыл свое хозяйство. Мы занимаемся животноводством и растениеводством. Я очень рад, что наш труд ценится и в честь праздника нас наградили. Благодарю всех. Также среди награжденных сотрудница сферы медицины Нургайша Кудербаева, которая более 40 лет трудится в районной больнице. Работая в сфере медицины, всему населению, всему народу желаю только крепкого здоровья, процветания нашего Казахстана, процветания нашего района. Пусть молодые кадры, вот наш район с 2022 года восстановился после долгих лет. Я желаю, чтобы новые кадры, новые специалисты работали во благо нашего народа, во благо нашей Республики Казахстан. День Республики – это не только воспоминания о прошлом, но и вдохновение для будущего, когда каждая новая вершина, достигнутая нашей страной, становится доказательством сплоченности и стремления к общему благу. Дильназ Мурзагалиева, Данияр Кайратулы, Максат Нахметов, Алтай Ахпарат.